Панцирь. Это первое цевьё для Вепря 12 от компании Академия. В комплекте панциря цевьё, накладка на газовую трубку и 4 монтируемые на винты планки. Отдаленно этот продукт напоминает другой проект Академия – цевьё Серпент. Цевьё сделано из алюминия и весит около 340 грамм. Защитным покрытием служит анодирование черного цвета. Накладка крепится к цевью на 4 винта под шестигранный ключ. Это наиболее надежный способ крепления, гарантирующий отсутствие люфтов в системе цевьё-накладка. Такая система позволяет устанавливать на накладку некоторые точные приборы, будь то ЛЦУ или коллиматорные прицелы. Вся конструкция цевья имеет множество вырезов на корпусе, способствующих усилению циркуляции воздуха и улучшающих охлаждение ствола. В случае, если ведется интенсивная стрельба, проблема перегрева есть даже на гладкоствольном оружии, поэтому любой способ охлаждения не будет лишним. Все 4 планки Пикатинни, имеющиеся на панцире, держатся на 2 винтах, а значит при желании планки можно будет демонтировать. Однако, после выбора рабочей комплектации, удерживающие винты оставшихся планок рекомендуется обработать фиксатором резьбы для исключения возможности выпадения винтов.